Эмоциональный и красочный подарок на Масленицу подготовили лучшие ульяновские музыканты. Государственный симфонический оркестр «Губернаторский» выйдет на сцену в кульминацию праздника шедеврами классической музыки. Программа концерта состоит из известных, но не надоевших произведений великих отечественных композиторов. 8 русских народных песен Анатолия Лядова, «Пляска скоморохов» Петра Чайковского и «Петрушка» Игоря Стравинского. Симфонические картины создадут атмосферу самых разудалых и наполненных интересными событиями гуляний. В этом уверен художественный руководитель Илья Дербилов. К слову, когда дирижеру пришла идея представить публике эту программу, мысли о Масленице не возникало. И именно потом выяснилось, что это как бы «Прощенное воскресенье» и «Масленица», это вот как раз-таки «Петрушка», «Зажигание чучела», это вот как раз-таки вот то самое время. Что касается Лядова, ну, Лядов, на мой взгляд, это один из выдающихся русских композиторов, который, в общем-то, предопределил развитие всей западной школы именно импрессионизма. «Пляска скоморохов» Чайковского станет гармоничным продолжением самобытной русской тематики концерта. Музыкальный вечер войдет в программу 59-го международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха. Имена». Всех желающих окунуться в атмосферу праздника и искусства ждут в Дворце творчества детей и молодежи 14 марта в 17:00. Виктория Чиркова, Артем Куранов, Ул Правда ТВ.